Самые сильные духом знаки зодиака. Каждому из нас приходилось находиться в ситуации, когда необходимо высказать свое мнение и постоять за себя. Уверенные в себе люди всегда готовы отстаивать свою точку зрения и двигаться к своей цели, невзирая на преграды и вмешательства окружающих. Однако многие люди лишены такой силы и храбрости. В трудных ситуациях им намного проще сдаться без боя и согласиться с мнением других, нежели доказать свою правоту. Астрологи рассказали о том, какие знаки зодиака являются прирожденными победителями, и всегда получают желаемое благодаря силе своего духа. Овен. Овны умеют контролировать свои эмоции и никогда не разочаровываются из-за мелочей. Даже если в их жизни возникают трудности, они достойно стараются преодолеть их. Как и любому человеку, жизнь может преподнести Овну массу неприятных сюрпризов. Но даже в такие моменты, они не будут опускать руки, а будут бороться до конца. Порой людям кажется, что они слишком черствые, так как они редко показывают свои чувства, и, тем более они делятся своими переживаниями с другими людьми. На самом деле, Овны просто умеют справляться со своими проблемами самостоятельно. И поэтому помощь и советы других людей им не нужны. Лев. Желание быть первым везде и всегда, не позволяет этим зодиакальным представителям сдаваться из-за малейших пустяков. На первый взгляд они кажутся сильными, самоуверенными и волевыми людьми, готовыми сделать все, чтобы достичь своих целей. Единственное, что может помешать львам, это зависимость от чужого мнения. По природе этому знаку зодиака необходимо внимание и признание окружающих, а также поддержка других людей. Как только львы понимают, что их персона осталась в тени, они могут упасть духом. Скорпион. Благодаря своему сильному характеру и ярким качествам, скорпионы заслужили место в этом списке. Эти представители зодиакального круга способны преодолеть любые преграды на своем пути, даже если для этого придется пойти на обман и мелкую аферу. Уникальные качества и умственные способности позволяют скорпионам легко справляться с недоброжелателями и конкурентами. Если этот знак зодиака ставит для себя цель, то он обязательно достигнет ее. Даже если на это потребуется время. Стрелец. Стрельцы считаются одними из самых сильных представителей зодиакального круга. Они редко расстраиваются из-за пустяков и стараются не опускать руки, даже если им пришлось потерпеть поражение. Кроме того, они умеют контролировать свои эмоции и редко поддаются на провокации врагов и конкурентов, так как в любой ситуации умеют отстаивать свое мнение. Благодаря своей силе духа, стрельцы часто становятся хорошими руководителями, которые сразу же заслуживают уважения среди коллег и деловых партнеров. Они всегда стараются смотреть на мир с оптимизмом, именно поэтому они могут достичь своих заветных целей гораздо быстрее, чем другие знаки зодиака. Козерог. Внутренняя сила и моральная стойкость позволяет козерогам получать от жизни все, что они захотят. Обычно эти зодиакальные представители решительные, настойчивые и полны амбиций. Часто козероги определяются с главной жизненной целью уже с ранних лет и стараются сделать все, чтобы достичь ее как можно скорее. Даже если у них возникают трудности, которые, казалось бы, преодолеть очень сложно, козероги сделают это быстро и без посторонней помощи. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!